Предполагают, самоубийство. Двоих мужчин нашли повешенными в двух районах страны – в Новых Аненах и Единцах. В первом случае счеты жизнью свел 42-летний житель села Тадирешта. Его тело обнаружила жена, которая и вызвала полицию. По ее словам, у ее супруга не было проблем, и она не знает, что толкнуло его на такой отчаянный шаг. Второй инцидент произошел в селе Константиновка. Там в собственном доме нашли мертвым 30-летнего мужчину. Прощальной записки он не оставил. В обоих случаях полиция открыла уголовные дела и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в субботу труп 57-летнего мужчины обнаружили в столице на Ботанике. В службу 112 обратилась дочь умершего. Она нашла отца в луже крови. По данным правоохранителей, мужчина жил один и в последнее время злоупотреблял алкоголем. Предполагают, что он упал и расшиб голову. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. И в этом случае проводят расследование.